Профессиональный праздник железнодорожников ведет свою историю еще с 19 века. Тогда он был приурочен ко дню рождения императора Николая I. По его указу 182 года назад была построена первая железнодорожная магистраль. Куйбышевская железная дорога появилась спустя 30 лет и по сей день объединяет центр и запад страны с Уралом и Сибирью. Отметить профессиональный праздник на Чкаловский спуск пришли сотни самарцев. Для них подготовили концертную программу. Матушка, железная дорога, на нее надежда, как на Бога. Я скажу, железка дорогая, стала для жизни как родная. Здесь организовали мастер-классы, установили аттракционы для всех желающих, проводили соревнования и эстафеты. Поздравила железнодорожников с профессиональным праздником глава города Елена Лапушкина. Вы действительно огромные молодцы. Я Куйбышевскую железную дорогу считаю лучшей железной дорогой в России. Поэтому, дорогие друзья, вам успехов, развития, процветания, конечно, здоровья вам и вашим близким. С праздником вас, дорогие! От Находки до Калининграда Самара присоединилась ко всероссийскому благотворительному забегу, достигая цели. Участие в марафоне платное, все средства пойдут в фонд спасения тяжелобольных детей. В этом году Самарский областной родительский комитет доверия отправит деньги на лечение 9-летнему Ване Королеву, который болеет лейкозом. В прошлом году помогали Кристине Винокуровой. На сегодняшний день у нее полное состояние ремиссии, хотя прогнозы были средними. Мама Кристина передает низкий поклон всем, кто поддерживал. Семья Ванечки Королева попросила меня сегодня прийти и поблагодарить каждого, кто принял участие. Когда вот слышишь, что у ребятишек такие проблемы, а причем ребятишки еще, как говорится, жить-то не начали, но просто хочется для них сделать все, что возможно, только для того, чтобы они победили свои недуги. 3, 2, старт, 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 старт! Сразу наши атлеты устремились вперед, борьба будет не на шутку. Действительно, борьба нешуточная. Участники пробежали 10, 5 и 1520 метров. Последняя дистанция символичная. Ширина железнодорожной колеи только не в метрах, а в миллиметрах. Это, конечно, да, очень хорошо. Это тот момент, когда мы можем помочь кому-то денежными средствами. Да и вообще, мне нравится, когда проводятся соревнования различных уровней. Последнюю дистанцию в 500 метров пробежали дети. Спортсмены принимали с 5 лет. Победители получили дипломы и ценные призы. Все финишеры – памятные медали. Мэри Елчан, Елена Малютина, Константин Головин. События.